Всем привет, ребята, меня зовут Руслан, и сегодня будет видео-вопрос-ответ. Вот, такую идею видео с раскрашиванием я взяла у видеоблогера Виктория Крокус, мне она очень понравилась, то есть я отвечаю на вопросы, и в этот момент еще и раскрашу. Вот, ну что ж, давайте мы начнем. Первый вопрос. Сколько тебе лет? Мне 12 лет. Второй вопрос. В каком городе ты живешь? Я живу в городе Белгород. Третий вопрос. Где ты монтируешь? Я монтирую в трех монтажах. Vivo Video, Videoshow и iMove. Эти все приложения на телефоне. Четвертое. Ты есть ВКонтакте? Да, я есть ВКонтакте. В описании многих видеороликов у меня есть ссылки на мои соцсети. Пятое. Ты выгуливаешь Мишу? Конечно, я его выгуливаю. 2 раза в день, а если есть время, то 3 раза в день. Шестое. Сколько всего у Лёли было поводков? Ребята, я не помню, сколько у Лёли всего было поводков, так как Лёле уже 7 лет, я не считала. Седьмое. Какие лакомства ты даешь Лёле? Я даю Лёле легкое говяжье от фирмы Titbit. Лёля его обожает. Также я даю другие лакомства, но это она больше всего любит, и я ей больше всего его даю. Восьмое. Сколько лет Мише? Мише 1 год и 2 месяца исполнится 15 мая. Девятое. Сколько лет Лёле? Лёле 7 лет исполнилось 1 апреля. Десятое. Ходили на выставку с Мишей? Да, ходили. 24 декабря первый раз, и второй раз сегодня ходили в воскресенье, и я пришла с Junior Cats и с отличной оценкой. 11. Каким кормом кормите? Я Мишу кормлю кормом Profine, а Лёлю кормлю кормом Platinum. 12. Отпускаешь ли с поводков собак? Мишу, да, очень часто в поле отпускаю, а Лёля не отпускает, так как она больше мамина собака и меня не слушает. 13. Какая есть амуниция? У Миши есть 5-метровый поводок рулетка, также есть один длинный брезентовый поводок 5 метров и 2 поводка по 1,5 метра. У Лёли поводок рулетка 2 метра и 2 поводка коротких. Будете ли вязать Мишу? Мы думали об этом, но еще не знаем точно. 15. Будете стерилизовать Лёлю? Также мы еще думаем об этом, но еще не знаем. 16. Как ты научила Лёлю улыбаться? Ребята, Лёля сама научилась улыбаться. Она это умела с детства, то есть когда родители ее покупали, она умела уже улыбаться. И все ее щенки тоже умеют улыбаться. 17. На какие деньги ты покупаешь покупки в зоомагазине? Я покупаю некоторые на свои деньги, а некоторые на деньги родителей. 18. Когда у Лёли день рождения? У Лёли день рождения 1 апреля. 19. Любимое лакомство Миши. Любимое лакомство Миши — это все лакомства. Он обожает все, абсолютно все. Он любит все, все и все. И последний, 20 вопрос. Будете ли ходить с Мишей на выставку? Этот вопрос повторяется, но да, мы будем ходить, наверное, еще, как бы мы не всегда, не на каждой выставке, но еще пару раз мы походим с Мишей на выставке, чтобы получить титул юного чемпиона России. В общем, ребята, если вам понравилось это видео, поставь палец вверх, подпишись на мой канал, и всем пока-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 пока.